Сегодня посмотрим. 13.04, 130 лошадиных сил. Вот, конечно, уже немножко другая линейка тракторов. Это продолжение как бы Лавола. Вот забыл сказать, чего нет у меня, а есть необходимость, вот масса. Но это я походу докуплю, доставлю. Ну, уже ощущается даже по радиатору. 130 лошадиных сил, трактор повыше идет. Идет уже так же, как в обновленном рестайлинге 1054. Крепеж. Так, сейчас попрошу, пускай заведут. Пока обойду, посмотрю, что у нас тут за двигатель стоит. Так, вот уже серьезная турбина стоит, надув серьезный, где-то не вижу наклейки на двигателе, что он собой представляет. Так, сейчас вот заведут, послушаем, как работает двигатель, как трактор работает, отдельно проведу обзор в кабине. Сейчас массу не включил. Все, включил. Надо отойти немножко. Посмотрю, как там. Как работает, как КамАЗ. Да, это уже, конечно, чтобы он не тарахтел, потому что будет неудобно рассказывать. Так, идет. У меня такое же прицепное идет, как всех тракторах. Вот. Даже в Нью-Холланде есть нижний крюк. Уже усиленная, походу, очень подвеска. Не знаю, если там на 3200, то тут 5700, либо побольше. Не знаю, надо посмотреть технические характеристики. Идет три пары выходов на гидроцилиндры. Все закрыто тросиками. Вот. Так, что тут? Походу, мост, коробка идет в одной ванне, в гидрованне. Так, что тут у нас еще? Ну, походу, уже фильтра. Конечно, доступ уже более интересный. Один, мне кажется, минус в этих тракторах. Очень жесткая кабина сидит. Очень жестко. Вот даже видно, если посмотреть, там вот одна прокладка. Ну, походу, очень оно, когда попадаешь в яму, такое чувство, что уйдет удар. Не знаю, можно ли поставить на какие-то подушки именно кабину, чтобы убрать вот эти все удары. Кабина стоит на четырех подушках. Вот, но зато обзор 13.04 под кабиной, можно спокойно выполнять какие-то работы по обслуживанию. Так, что у нас с крышкой бака? Я уже два раза терял крышку бака. Ну, походу, такая же. Нельзя заливать полон бак, потому что всасывает ее, и потом сорвать невозможно. Ощутимо большой уже воздухочиститель. Походу, не знаю, насколько работ. Интересно. Идет подножка в баке. Так. Не помню, как она закрывается. Так, три выхода, три пары гидровыходов. Подъем подвески такой же. Так, по салону все то же самое. Вот идет предохранители.
Ну и ничем отличаться не должно. А есть дополнительно свет уже. Ну это, конечно, немножко оно, если ты открыл и едешь, оно закрывается автоматически. Так, музыка стандарт. Регулировка руля. Ручной газ. Так. Повышенная, пониженная. Ну тут все то же самое, только помощнее трактор. Воздушный уже подключен к воздуху. Так, что у нас тут еще такого, о чем бы стоило сказать? Конечно. Ладно, не буду включать. Так, есть уже инструкция. У меня есть она в электронном варианте. Если кому-то интересно, то могу рассказать. Так, что у нас тут? Factory. Можете писать какие-то комментарии в видео. У меня в друзьях Дэнни Вонг, директор продаж Украина. Я думаю, он сможет дать вам напрямую какие-то ответы на интересующиеся вас вопросы. Ну, противовесы уже помощнее. 40 килограмм. 11 штук по 40. 440. Так. Ну, укреплен уже радиатор, потому что помощнее стоит. Шторки стоят очень хорошо, когда при эксплуатации вытрусил, и все. Ну, бак уже помощнее. Вижу два спаренных масляных насоса. Ага, вот оно, табличка двигателя. Табличка двигателя 95,6 кВт. Умножайте на 1,6, это будет 130. Так, все тут, все так, как надо. Резина 18,4 на 38, зад передняя 14,9 на 26. Вот такой вот сегодня у нас трактор. Покупают их, цена относительно небольшая, качество китайцы уже научились делать. Вот Лавул 1054, забыл сказать, цена уже где-то в районе, мне кажется, 26 тысяч, не знаю, пишите в комментарии, я думаю, менеджер вам с Техноторга ответит на все ваши вопросы, возьмет ваш номер телефона, дальше вы уже себе как-то сами. Так что всем удачных покупок, ребята, и до новых встреч на канале. Пойдет сезон, будем работать. Буду выбрасывать новые видео. Вот, есть большой выбор техники Лавол в Техноторге. Даже маленькие трактора. Маленькие трактора. Такой есть у меня трактор. Я его уже, конечно, как конструктор разбираю. Закрыто. Техника создана для улучшение качества нашей работы. Одним глазом посмотрю, что у нас тут. Вот даже руль в оплетке. Но, тем не менее, есть кабина.